Вы можете объехать много стран. Европа, Чили, горы Туркестана. В России Крым, Урал, Башкортостан. Но путешествие начните с Дагестана. Просто это надо видеть, это надо чувствовать, самому ножками походить там, посидеть. Ой. Хочется вернуться. Жили мы в огромном доме трехэтажном, очень красивый дом. Мы жили на третьем этаже, комната наша была на третьем этаже. Огромная комната, ничего лишнего, две кровати и шкаф. Замечательно.
мне запомнилась площадь, главная площадь с ее необычным как бы декоративным элементом главным. Их несколько. Это ковры. Знаменитые ковры, сделанные из, ну, мозаика, из... Просто каменная плитка. Я там разглядела, есть гранит, по-моему. Может быть, яшма есть. Мрамор. Ну, сделано очень красиво. На видео можно будет посмотреть. Нашли кафешку, куда и пошли обедать. Очень нам там понравился арбузный фреш смузи, я не знаю, как там он назывался, но очень вкусно. Это в жару, это вообще, это просто животворящая какая-то вода. Ой, напиток. Потрясающая экскурсия за все пребывание в городе, ну, в Дагестане. Это экскурсия на Сулакский каньон, горы. Нашим гидом парень молодой попался у нас, звали его Шамиль. Он сам родом из
поселка в горах, Дубки, по-моему, называется поселок, и показал такие места, которые экскурсоводы обычные, ну, мало кто показывает, и откуда можно сделать потрясающие фотографии. Сказал, что каньон надо разглядывать с разных сторон, с разных как бы ракурсов. Гранд Каньон в Америке, по-моему, неровно курит в сторонке. Поэтому смотрите. Зову, веручи нам год.
свои джигиты славились века, посидевшие седины не тревожат вас. И горянки красотою, преданностью и любовью поражают все, поражают все. И горянки красотою, преданностью и любовью поражают все, поражают все.
привет! Сегодня у нас завершающая экскурсия в Дербент, экскурсия, которая завершает наше пребывание в Дагестане. Вот. Скатаемся, посмотрим. Так, конечно, жара днем. Я уже стала похожа на местную женщину. Да, этот неимоверный у их дресс-код, но что делать? Уважение к местным жителям никуда не приходится жертвовать чем. То есть брюки, почти закрытый верх, полузакрытый. Да, никаких шорт и т.д. и т.п. Ну вот как-то так. С головой, с головой.